Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» вышел из отпуска и сразу приступил к репетициям. До открытия творческого сезона почти полмесяца. Однако еще не завершились летние сезоны в усадьбе. Сейчас оркестр готовится к концерту, посвященному Дню российского кино. Он состоится 27 августа на территории усадьбы семьи Ульяновых. Мы приглашаем наших любимых слушателей и жителей Ульяновска, и гостей города на замечательный концерт в летнюю усадьбу на киномузыку. Это будет музыка российского, советского кино. Это будет замечательный концерт, начиная от музыки Исаака Дунаевского и заканчивая Эдуардом Артемьевым. Последний концерт под открытым небом в этом году состоится 3 сентября на территории усадьбы семьи Ульяновых. В этот вечер симфонический оркестр под управлением художественного руководителя и дирижера Андрея Данилова исполнит оперетты Иоганна Штрауса, Франца Легара, Исаака Дунаевского. В этот же день пройдет традиционная осенняя ярмарка абонементов. Меломаны смогут запастись культурными впечатлениями заранее и познакомиться с программой нового сезона филармонии. Сезон мы открываем 17 сентября. Мы открываем не только сезон, но открываем вместе с ним фестиваль музыки, осенние гастроли. И начинаем наш юбилейный сезон, если сказать по-музыкальному, с высокой ноты, сразу с фестиваля. Открывает сезон по традиции симфонический оркестр «Губернаторский» под управлением главного дирижера Эдуарда Дидюры. Мы ждем в гости два оркестра из Донецка и Екатеринбурга. Уникальное событие для города, когда в течение одного месяца можно на сцене в Ульяновске услышать сразу три симфонических оркестра. Юбилейный сезон обещает быть богатым на разные события. В планах выступления приглашенных музыкантов из разных городов России, крупных коллективов. Главным событием юбилейного сезона станет большой майский концерт, который объединит на сцене все коллективы и солистов филармонии. Его посвятят 80-летию Дома музыки. Ирина Антонова, Олег Тоньшин, Улправда ТВ.